Еще смотрите налево, а вот это у нас этот новый район, Хэ Унде называется. А перед этого района находится пляж Хэ Унде. Вот это новый город. Это начинает построить с 1900. Ну это раньше это было вот это символ нашего страны развития экономики. Потому что 63-й этажное здание мы построили в 1980 году. Но это, вы знаете, у нас это после войны вообще это я еще это вам скажу. У нас это было последние династии Чосон. Это начинались с 1392 году. Открылись последние династии Чосон. И можно еще поговорить это Ри. То это 1905 году. Потом Япония эксплуататели нашей страны, поэтому мы это без национальности мы жили 40 лет в нашей территории. Потом мы получили свободу через окончание мировой Второй войны. После войны мы получили свободу, потом в нашей стране это являлось. Это Великая Корейская стена. Так вот стоим. Это вот желтое море или какое? Мы так и не посмотрели. У нас почти с вами убеди. Сейчас, ага. Может, тоже памяти нам рассмотрим? Ступовый. Давай посмотрим. Нет, давай вот посмотрим. Здесь вот это посмотрим, а там... А ну там, собственно, я к морю бы еду. А там все свободники освободились, а это все кинули стоять.